Что-то я работаю, как Чип и Дейл спешат на помощь. Буквально таки. То. Кое-что тут еще надо объяснить, разъяснить насчет книг. А то тут будете бузить мне не надо. Итак, доброе здоровье. И начнем-ка мы с вами разбирать вот такой вот вопрос. Пришел. Итак, будьте внимательны. Вот все, что я вам говорю, знаете, вот работа интуиции, работа наблюдательности, работа оздоровительная и практика показывает. Прав? Начнем. Петрович, привет! Обращаюсь к вам в прошлом году с вопросом о голодании. К слову, провела его на голодание, пошло столь неожиданным образом, что соблюсти заранее определенный срок не удалось. А каждое голодание вообще, оно идет по-своему. Организм уже, будем говорить, находится на иной ступени, и каждое новое голодание, оно вот вроде бы так же, но что-то свое получается. Эффекта того, на который рассчитывала, а также не было, хотя голодала далеко не первый раз. Тут надо много условий соблюсти для того, чтобы рассчитывать на тот эффект и понимать, а то ли я делаю, чтобы получить этот эффект, или я несколько не то делаю. Вот как раз мы сейчас и посмотрим. И в целом это голодание оставило серьезный вопрос, что со мной происходит, и страх. А вот как-то не бойтесь, не надо. Знаете, вот все там, как бы сказать, что положено, то и получите. Поэтому заранее не это. Так, что подобное может повториться? Ну, все зависит от нас все-таки. Повторится или не повторится. Если, допустим, я сейчас опять начну, там, вот как я в юности, качался, пил молоко, там, принимал, так сказать, витаминчики, то со мной получится то же, что и было раньше. Ну, а сейчас... Так, помогите, пожалуйста, разобраться. Конечно, вот. Вот кто разберется? Я понимаю, что не один я могу разобраться. Есть знающие люди. Их надо искать. А я тут. Итак, у меня есть предположение, но точного ответа нет. А на форумах голоданий... Ой. Держите меня семеро или восьмеро, или может сразу 15 на форумах голодания. Вот я вам свои книги выложил. Вот она школа голодания, вот она практика, вот она теория. Если вы хотите действительно, а так, лишь бы на компотах голодать, ну тогда пожалуйста. И в книгах такие деликатные вопросы не освещаются. Да что вы, уж я-то освещаю всю свою жизнь. Вывернул ее так вот, наизнанку показываю. Что у меня было, что у меня стало. И постараюсь вкратце рассказать, зачем мне нужно было это голодание. И нужно ли было бы, вот я так вот прикинем. Дело в том, что с болячкой своей я борюсь уже 23 года. Что за болячка? Узнаем. Так уж получилось по глупости, по молодости, не избавилась от нее в самом начале, хотя могла это сделать без проблем. Но это мы думаем без проблем. Думки у нас. Сейчас проблема разрослась до такой степени, что поглотила всю мою жизнь. Вот о чем я и говорю. Вот, допустим, как Сергей Матвиенко. Он там и то, и все, и пятое, и десятое. Вроде бы вылез из этого и опять туда же. И вот когда вот так вот проблема станет перед вами, вот так вот, знаете, лицом к лицу, а не то, что она где-то там стоит, где-то здесь стоит, и вы думаете, да, обойдусь и так, и таблеточку там приму, да, это пережду, да это еще что-то сделаю, ну и так далее. А вот тут уже все, она стоит и душит, она душит вас, она не дает вам жить. И тут тогда ум начинает работать. Так, диагноз смешной. Какой-то там тонзиллит. А я не сказал, что это смешной диагноз. Это уже, знаете, будем говорить, так сказать, следствие тех проблем, которые там 23 года назад начинались, и они
с течением времени не исчезали, они только усугублялись. Танзилит, посевистый стафилококк и клебсиелла. Стафилококк, ну что ему, танзилит, ну керосинчиком пополощите, так это, предварительно такая, грубо говоря, рекомендация, как он там себе это самое почувствует. Герпес седьмого типа, это вообще ни о чем, а вот с герпесом седьмого типа там, или вообще с герпесом, это уже посерьезнее эта зараза, улезет, и она, знаете, потихонечку, как огонь в торфяном болоте, которое высохло. Внутри горит торфяное болото. А тут вроде ничего не видно, все нормально. Она, знаете, тлеет, а потом оп, и провалилась. Так, и был небольшой застой желчи в желчном пузыре, но вроде рассосали урососаном. Застой желчи в желчном пузыре, так, небольшой застой, да? Ну, рассосали. Ну, можно было, допустим, грубо говоря, яблочно-свекольный сок попить. То есть, вообще-то, чтобы желчь в желчном пузыре не застаивалась, надо, значит, так питаться, там, допустим, тогда дробно, чтобы она постоянно выходила. И в пище используют такие продукты, например, какие-нибудь там масла, там, немножечко, сальцу, там, топленого масленечка, чуточек, чтобы это все шло. А если вы в питании, вот что-то у вас в питании там надумалось, что вот такое питание, очень здоровое, грубо говоря, там сыроедение, там, или еще там какое-то, оно вам не подходит, понимаете, не подходит что-то там такое. Как-то вы это, нету работы должной желчного пузыря, то тогда, естественно, у вас и начинаются там проблемы. Желчь не выходит, она сгущается, и вы тогда будете рассасывать вот этим вот лекарством. Что вы все время будете сидеть на этом лекарстве? И по УЗИ прошлого года осталось лишь немного узвеси. Немножко узвеси осталось. А вы знаете, очень хорошо и продавливать эту область, так это продавливать ее, так это, та-та-та. С желчным пузыриком разговаривать, образно-волевые настрои делать на то, чтобы печеночка так работала. Но это пока, она не будет работать, потому что вот эти вот две вещи, как сказали, стафилококк и герпес, они, естественно, за 23 года, они уже все проросло. Ну, дальше сейчас мы узнаем. И там... Но это диагнозы, а по факту не могу работать. Да, а что диагноз? Ну диагноз, мой диагноз у меня такой-то. И что мне с этим диагнозом делать? Я хочу быть здоровым человеком. А диагноз дает, вот как со спиной у меня. Я с ремнем там приходил в 2016 году на это МРТ делать. Вот. Сделали, показали, что там все там развалено. От шеи до копчика. Лечение лечу. Будем наблюдать. Там витаминчик В12 сделаем. А то ты скрючил, ты так и ходишь скрюченный. И все. Да, по факту не могу ни работать, ни жить. Не могу решать бытовые проблемы. Понятие жить полноценной жизнью, радость жизни давно забыто из-за непрекращающейся боли в носоглотке. Носоглотка. А я же вам неоднократно показывал. Носоглотка. А вот смотрите, что есть. Нюхательный табачок. Вы берете его. Я, знаете, им особо не пользуюсь, но... Как только вот такие вот видосики начинаются, я сразу же, так сказать, его использую. Берете немножечко, видите, ну буквально-таки вот чуть-чуть. И только в одну ноздрю, нюхательного табачка. И в другую, хорошо, так вот этот нюхательный табачок вам, который с вами фитонцидами и прочими активными веществами наводит там шорох среди всей этой мрази, типа стафилококков и так далее. Это будет то, что надо. Но это
Опять-таки, это уже просто проблема вылезла в носоглотку. Она-то во всем организме. Это просто сейчас носоглотка больше всего страдает. Что это? Врачи не могут мне объяснить? Или это настолько слабый иммунитет, что организм хватает вирус один за другим? Или деятельность стафилококка или герпеса 7-го типа? Но я не вылажу из симптомов простуды. Симптомы простуды, значит, смотрите, если размножились вот эти стафилококки, коки-коки и ГРПС, организм уже за 23 года, представляете, за 23 года, это целая жизнь, организм на их сдерживание должен затрачивать огромное количество своей жизненной энергии. Огромное! Табачок работает. И в результате откуда у вас силы будут? Откуда они будут силы? Потому что все идет на то, чтобы сдержать инфекцию. Ну и простуда, естественно, слабость, плохое самочувствие, непрекращающийся отек верхнего неба и постоянные боли в носоглотке. Слабые, средние, сильные. Носоглотка. Ну поплащите керосином. Вы керосином полоскали или нет? То, что наиболее эффективно действует на стафилококков и на эту область, керосинчиком, пополоскать, не раз и не два. Ладно, поехали дальше. Не углубляясь в историю болезни, а вот это зря вы делаете. А справляться я всегда предпочитала сама без врачей. Антибиотиками до последнего не лечилась. Существенное ухудшение началось весной 2018 года. Ну, неизвестно, я не знаю, как лечилась, что делала, поэтому... Вот если бы керосин, я думаю, оно было бы намного лучше. Ну, ладно, читаем дальше. Так, тогда болезнь перешла в перманентное состояние, появилась субфебрильная температура. Вот, смотрите, это следующие этапы. У вас заселяется патогенная микрофлора, стафилококки, вот там на К я не могу выговорить, какие-то там, и ГРПС. И они начинают медленно, но верно, как вот этот вот пожар в торфяном болоте, тлеть, захватывая все это болото, все это болото. В результате организм, чтобы хоть как-то справиться, уже как-то, поднимает температуру. Естественно, подъем температуры, активация, это хорошо, что еще температура поднимается, это говорит о том, что есть жизненные силы. Поднимается температура, он вяло борется с этой всей инфекцией, и она вот это тянется, знаете, вот это вот, и изматывающая вот эта борьба идет. Тут надо как-то более решительно вообще-то подействовать, потому что в любом случае ГРПС и стафилококки, они победят. И началось. Неделю работаю, на выходные голода, усилием воли заставляю себя подняться и снова работать. Смотрите, неделю голодаю, на выходные голодаю, неделю работаю. Это ерунда. Это, можно сказать, ничего. Это вот когда если здоровый организм, тогда это что-то там такое, ну как-то видно, что это работает голод. А так при вот этом вот, ну ничего. Потом как человек восстанавливался, чем он восстанавливался, на каких продуктах. Ну ладно, читаем дальше. Голодание как бы вскрыло нарыв. Мне становилось намного лучше дня на 3-4. То есть закапсулированная инфекция с помощью, вот она там тлеет где-то тут, она тлеет себе. И голодание способствует тому, что оно вот действительно вскрывает эти очаги. Но дальше ж надо работать, чтобы их в конце концов ликвидировать. А тут этого нету. Вы просто-напросто вот как бы облегчение получили, а там как инфекция была, да так она так и осталась. После перенесенного ковида в 2020 году подключилась та же ерунда в легких. То есть началось, как бы сказать, если какие-то легкие еще там, грубо говоря, поражения типа простуды и так далее, то тут начинает захватываться более большие части организма, то есть уже начинаются поражаться легкие.
То есть это закономерный итог. Но почему вот легкие поразились? Какая-то сдавленность, кашель на физических нагрузках, самочувствие ухудшилось еще больше. Но я еще тянула. У меня дочери нужно содержать, да себе и себя тоже. Ну, естественно, содержать, но вот иногда, вот когда человек так доходит, и уже там он и содержать себя не может, потому что сил нету. И дочь не может, и вся жизнь летит прахом, о чем я вас предупреждал неоднократно. Работайте, работайте на здоровье, а не на сдерживание болезни. Вы ее все равно не сдержите. На момент 18 года мое лечение заключалось в соблюдении питания, исключении сладкого вкуса, хорошо, почти полностью, и физическая активность в спортзале. А где противопаразитарные средства? Где они? То, что надо делать вот против вот этой стафилококка и так далее. Те же курсы керосина, те же курсы тройчатки. Где этот самый тмин? Табачок, в конце концов, у носик нету. То есть это все равно, что вы вот думаете, как бы сказать, ну, пытаетесь сдержать то, что удержать не можете. Вот, допустим, можете удержать собачку маленькую на поводке, а, допустим, лошадь вы уже не можете сдержать. А вот тут у вас как раз такая примерная ситуация. Угу. И физическая активность тут, на герпес и на стафилококк, физическая активность, она практически особо не влияет. Как-то удавалось уживаться с болезнью, вот это самое страшное, человек уживается, да хрен с ним, я болею, мне надо дочь содержать, мне надо себя содержать, и потому что избавиться от нее мне за долгие годы не удалось, 23 года. Справка, да? К слову, питалась я более-менее правильно, лет 17, в основном крупами на воде, овощами, фруктами, молочным. Молочная, на что она действует? Она действует как раз на то, чтобы вот этот вот простуда, стафилококки в районе гланд, в районе там, допустим, желудочно-кишечного тракта, поселилась молочным. Я не знаю, сколько там молока употребляла и какое молочное. Да? Орехи, яйца, рыба и мясо редко и очень редко. Сейчас мне 46 лет. Фу, мне вот 70 лет, я только жить начинаю. Знаете, я как-то почувствовал. У меня, по крайней мере, голова стала работать лучше, чем за всю жизнь. За редким исключением там было. Ну, настолько, знаете, просто я... Не себя. Так, сейчас мне 46 лет, при росте 166, вес 53,5, последние 5 лет, это почти тот же средний вес, что и 20 лет назад. Но, знаете, у меня тоже был, грубо говоря, 105 килограммов, но это были больше мышцы, нежели тут что-то такое, знаете, типа какого-то саламаса. То есть потихонечку с возрастом мышцы уходят. Вроде вес и тот же может быть. А дряблясть, понимаете? Вот тоже не тот, но тем не менее я ж креплюсь. Сложение среднее. Я люблю среднее сложение. В конституции явный признак желчного типа. То есть человек разбирается, он сам. Такой, это хорошо. Последние годы питание стало менее правильным. На работе обедала в столовой, вечером могла в кафе. Ну ничего, если бы, знаете, не вот это вот заселение тотального организма этой патогенной микрофлоры, стафилококковой и РПСной, то это нормально бы сходило, да? Вследствие плохого самочувствия после 18 года постепенно перестала заниматься фитнесом. Силов нету силов. Ага, в 21 году обратилась к врачам, сдала анализы, все, Так, лечили сначала герпес 7-го типа противовирусным препаратом, потом стафилококк и клебсиеллу курсом антибиотиков.
23 года там, знаете, все это там раз это самое, по всему организму размножилось. И вот эти все курсы, вот эти вот так называемых лекарств, которые считаются, это про того, они просто-напросто вытеснили РПС и стафилококк в другие части организма, куда ни РПСные препараты, ни противостафилококковые препараты не доходят. Они их вытянули туда, и что? И что? Вот, читаем, и что дальше? Это лечение не просто не помогло мне, а еще более ухудшило состояние. Ну вот, я ж не говорю, что медицина плохая. Ну вот, а вот это вот, что это такое? Ну что это такое? Особенно повлиял противовирусный препарат. А знаете, противовирусные препараты, они, как бы сказать, вот их придумали, и о, сейчас мы ими как дадим, и все должно быть. То есть по их теории должно быть, а на практике. Это, знаете, так, некоторые говорят, фуфламицин там или еще как-нибудь. Ну это пустышка, которая, как бы сказать, возможно, где-то в лабораторных условиях, там что-то там она в пробирке и убьет, а организм — это совсем другое дело. Инфекция ушла выше. О чем я говорил? Инфекция не дура. Она, спасаясь от всех этих препаратов, бежит. Ушла выше в нос и глаза. Вот здесь у нас вот все гнидет вот это вот. А вследствие лечения антибиотиками у уши. Ну, в уши тогда надо будет закапывать эту самую перекись водорода. Попробовать по капельке. Чук-чук-чук-чук. Вот. Что-то случилось с печенью или желчным. Уж извините, что я смеюсь так, это самое. Как говорится, вы видите, энергетика прет, прет энергетика. И, конечно, мне смешно. А что в первую очередь встречает вот это вот лекарство, которое попало в кровь через желудочно-кишечный тракт, оно попадает в кровь, и первое ее ловит печень, пытается что-то там сделать, печеночка. Естественно, и страдает. Как говорится, тут не надо куда-то там это думать о чем-то там, рассуждать, почему печень. Да она закономерно должна пострадать. Что и происходит. Начала чувствовать какие-то покалывания, иногда ощущается вздутие в желудке, и в желудке там пошло. То есть это все, а вздутие, что ее там вздувает, вот желудок? Вы так, это рассуждайте, что вздувает желудок? Вы что там, воздуха заглотили или там закачали? Тут еще не написано, после еды все это получается. То есть пища перестает нормально переваривается в желудке, начинает бродить, и поэтому иногда ощущается вздутости в желудке. В общем, развалилась полностью. Ну, это закономерный итог 23-летнего, так сказать, пренебрежения к своему организму. Вроде что-то пытались, я понимаю, вроде что-то делали, оказывается, не то. Вот именно. Надо понимать, что надо делать, а что не надо делать. А то мы думаем, мы оздоравливаемся, занимаемся там спортом, качаемся, та-ра-та-та. А на самом деле против паразитов это ничто. Абсолютно ничто. Единственное средство, которое мне помогали, отказ от сладкого вкуса и самые жесткие диеты. И самые жесткие диеты уже перестали работает, то есть отказ от сладкого вкуса, ну сладкий вкус как раз подпитывает вот этот вот, вот эту всю эту слизь, мерзостную слизь, которую со временем образуют колонии стафилококка и герпеса, они уже начинают колонии, то есть они колонизируют и образуют в организме слизистые колонии. Они, естественно, любят там сладенькое и все там такое. Диеты перестали работать. Ну, все до поры, все до поры. Дошло до того, что из-за непрекращающихся боли развилась депрессия. Естественно, сколько ж можно терпеть. Человек и так думает, и сяк думает, и пятое, и десятое, и так, так, так. И у него уже и так упадок сил.
от наличия инфекции в организме. И еще от вот этих всех думок. У него тоже упадок сил. Он там и то, вот, допустим, пробовал, и это пробовал, и так. И думает, и это, и пожестче, и тут поголодаю. А оно никак. Не то. Решилась пойти на голодание летом 22 года в очередной раз. До этого попытки, до этой попытки решить проблемы с носоглоткой, голодом предпринимала несколько раз, но безуспешно. Можно и уринкой там полоскать носоглотку. Но, вот я сказал, табачок и керосинчик. Опа-па, рапа-па, рапа-па-па-па-па-па. Но тем не менее, это мы тут. А вот тут мы даже еще не знаем, а что там сделали эти колонии стафилококков и герпеса. До этой попытки решить проблему с носоглоткой голодом предпринимались несколько раз, но безуспешно. Голодала 13-15 дней, но это хорошо. Это, видимо, слишком мало, хотя у меня был успешный опыт решения проблемы голодом за 13 дней. Дальше должно все подкрепляться против инфекции противопаразитарными. Вот этими травами, побуревой, что я вам говорил. Должно подкрепляться этими самыми тройчаткой, керосином, допустим, той же полынью отваром, той же, допустим, отваром там ивы, там осины. То есть противопаразитарки разные. Вот, а так, ну вот, знаете, человек поголодал, да, первый раз хорошо помогло, а потом все это привыкает, вся эта инфекция привыкает и уже так не действует. Опять же, вес у меня небольшой. Кроме того, после рождения дочери голод начал протекать нелегко. Ну, написали бы тяжело. Хотя нелегко, не отбрасывается легко. Со временем трудно, конечно, это делать, надо настраиваться и все такое. На подготовке времени было немного. Несколько недель принимала тмин и зиру, после этого в планах была чистка печени. А вот тмин и зиру надо было принимать. Я ее принимаю вот сюда, пошел такая, опа, там в чайную ложечку сколько там попало, грубо говоря, зернышек там 20-30, я там заглотил. Если чувствую, у меня крепит, я меньше. Если чувствую, что стул жидкий становится, я больше, я регулирую. Но я принимаю постоянно. Значит, в планах была чистка печени. И тут первый сюрприз. Чистка не получилась. А теперь мы обращаемся к опыту Эдуарда. Я это выложил в видосики. А почему у него не получалась чистка печени? Целые видосы. Ай, какая наглядная, знаете, как бы сказать, агитация. Все разложено по полочкам, то что. Да потому что организм был ослизнен. Вот это вот стрептококки, стафилококки и герпес, они вызвали там уже это самое, появление этой тины. Они колонии вот эти вот образовались, разрослись махровым, знаете, этот ростом, что там водоросли какие-то вываливаются, будто мы там это дно чистим какого-то водоема. Ха-ха. Не получилось, потому и не получилось, не идет туда ничего у печени. До этого несколько раз в жизни чистила печень, последнее в 2009 году после рождения дочери. Пару раз были камушки, но каждый раз чистка проходила до конца, а здесь рвота. Они идут. А потому что вот тут начинается уже чиститься организм, рвота начинает чистить носоглотку и легкие, чтобы вы знаете, что делает рвота. А я об этом уже говорил и не раз говорил. Не смотрите мои видосы. Ай, не смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. А здесь рвота. Тоже чистка. Тогда я обратилась к вашим видео и узнала. Да сюда-то надо и обращаться. Вот тут-то оно тут-то. Усё. То, что работает. А не там где-то. Что существует чистка побуревая. Провела подготовку. Последний день принимала травы, все шло хорошо и правильно. Нисходящий поток работал, но после приема масла, дозу я уменьшила где-то до 120 мл, рвота наступила еще быстрее, чем первую чистку. Вот эти травки сделали то, чтобы у вас очистилось вот что. Вы, знаете, не понимаете, почему это происходит. Я вам объясняю.
не идет. Вот, вот организм, знаете, когда он поражен больше легкие, носоглотка, он уже вот это чистит. Несмотря на то, что вы пытаетесь маслом там, с лимонным соком почистить печеночку, организм вот это очищает, потому что вот она. А вот когда вот это очистится, тогда он пойдет туда, внутрь. Все это были звоночки, что все не так просто. Конечно, не так просто. Сколько я вам уже тут наговорил. Но я решила следовать плану и продолжала подготовку к голоданию с использованием упаренной урины. Упаренной урины. Что вы с ней там делали, с упаренной уриной? Вот, вот с этой уриной, знаете, надо понимать, когда ее использовать, для чего использовать, в каком случае использовать. Но это желчная конституция работает, они, знаете, планировать любят. Распланировали и все. Это было самое длительное 17 дней и тяжелое голодание. Ну, почитаем. Впервые использовала на нем клизмы с подсоленной водой ежедневно. А почему мы используем клизмы с, там, с подсоленой водой? Ну, очистительные клизмы. Если вы видите, что из вас валит при каждой клизме нечто непонятное, какие-то мазута и водоросли обходят, выходят, значит, делаем каждый день. Почему с подсоленой водой? Да потому что подсоленая вода вбирает в себя и удерживает. Простая вода, она может и промыть, и всосаться. А нам надо, чтобы все это, то, что вышло в толстый кишечник, собралось с ним и вывелось. Вот для этого мы делаем с подсоленой водой. До этого на голоде очистительные клизмы делала изредка с обычной водой. И вода выходила обратно почти чисто. Ну, немного слизи было, могло быть иногда камушек свежего кала. А в этот раз, здесь представлены три фотографии. Молодец, что сделала фотографии, а что выходило. А в этот раз многоточие. Мне кажется, у меня не отключилось пищеварение. Это было слишком неожиданно. А усилий на подготовку было затрачено много, поэтому я продолжала голодать в надежде, что этот процесс закончится. Не отключилось пищеварение. Это может быть такое самочувствие, если вы все правильно делали, что просто-напросто настолько всего там у вас накопилось болото вот этого поганого, что оно тут постоянно чмоктало вас. То есть не организм уже, а вот это вот колонии вот этих вот водорослей, стрептококковых, герпесовых, они сосали. И у вас создалось мнение, что якобы вы хотите есть. Они просто сосали вас. Сосали. Весь голод проходил тяжело с первых дней. А почему он проходит тяжело с первых дней? А если огромное количество всякого рода бяки-каки, не то, не пищи, не завалов там каловых камней, нет, а именно вот этой вот живой болезнетворной массы, которая образовалась у нас, как следствие эволюции от одной бактерии до колонии, то вот так оно и получается. Особенно выматывало то, что в желудке периодически и длительно что-то булькало, как будто переваривалось. Там, скорее всего, слизь отходила. Только после того, как это спускалось вниз, становилось легче. То есть, если заселена полость желудка, то вот она, знаете, как бы сказать, потихонечку это вот слизнявка это отходит там чего-то, и получается то булькает, то еще что-то там такое. Да. Становилось легче. Видимо, это и было содержание клизм. Ну как это так? Ну как это так? Ну что вы несете? В желудке периодически и длительно что-то булькало. И тут же, видимо, это было содержание клизм. Как она, грубо говоря, из задницы зайдет вам в желудок? Через толстый кишечник, через тонкий кишечник, 12-перстную кишку. Вы чё? Вот видите, насколько вы не соображаете, что с вами происходит. И вот нужен вот такой старикашка, дедушек Петрович, вам объяснять. Старикашка Петрович.
старикашка, дедусик-старикашка, вот такой вот, который бы вам правду-матку рассказывал. Клизма доходит, грубо говоря. Ай-зай-зай-зай-зай-зай-зай. Мутная взвесь с мелкой слизью, мутная взвесь, это более твердые. А мелкая слизь, это более свежая. Она же там тоже размножается. Что там эти, грубо говоря, бактерии? Знаете, как они быстро размножаются? Вон, почитайте, у меня там одна бактерия может там за сколько размножиться. Желтого цвета желчью и мелкими вкраплениями жидкого кала на дне горшка. Эту картину я наблюдала каждый день сразу после входа в голод. А вот вам и видозик. Видозик. Видите, что на первых днях было? Свежачок, вот слизь, которая чмокчет, душит, которая за вас питается, и вас заодно там это душит, и вами же питается. Если делала две клизмы подряд, то обе они были такими, и надо тогда делать и две клизмы подряд, чтобы все это быстрее выходило. И тогда не две, а надо будет три, а то и четыре. И не один раз в день, а надо будет два раза в день, а то три раза в день, если выходит. И еще клизма не просто очищала кишечник, а тянула все изнутри, начиная с желудка. А вот тут-то я и скажу, а почему клизма тянет все изнутри, даже из желудка? Да потому что это солевой раствор. А солевой раствор, он все за счет осмоса натягивает на себя. Он берет воду и вместе с водой тянет всю эту заразу. Заразу вытягивает у толстый кишечник, да еще там и удерживает, чтобы она не всосалась. И все это выходит. Вот чуете? Что делает солевая клизма? Солевая клизма, сразу скажу, 2 литра воды и примерно столовая ложка соли. Ну, чтобы примерно было, как морская вода в Средиземном море. Ну, может быть, чуть послабее. Не в Черном море, это ерунда в Черном море, а именно у Средиземном. Вот там настоящая морская вода. Начиная с желудка. О, дедушка Геня до этого додумался и сказал вам, не надо там какие-то делать клизмы, а делать вот такие. Ну, можно, конечно, еще с упаренной урины делать, или упаренной до одной и второй из мочи. Ну, не хотите, как бы сказать, возиться с этим делом, вот так действуйте. Так, пробовала перейти на клизмы с обычной водой, но тогда вода застревала в кишечнике и булькала там, не желая выходить. Пришлось вывести ее той же самой клизмой с подсоленной водой. Ну, естественно. Иногда на голоде сделаешь клизму с водой, а она там и стоит, и всосется. Видите, в чем разница? Обычная вода и подсоленая вода. То есть, вот где-то ближе к морской. Какие вам тонкости разъясняю? Какие тонкости? Сколько я на вас трачу времени? Хотя все это в книгах есть. Вы же как-то это самое. Думайте, что там дедушке гений сделать такое, этакое. Нужно отметить, что у клизмы с подсоленной водой был один плюс. Воду на голодание я явно пью с трудом. Она мне кажется гадкой и не лезет внутрь. А с клизмами вода пилась легче. И за день я выпивала 1-1.5 литра. Так, понимаю, это влияние соли. Ну, пусть будет так. Бульканье и эта непроходимость буквально сводили меня с ума. Ну, что тут с ума? Ну, что там с ума? Вот, когда у вас там что-то там застаивается, вы делаете пешие прогулки. Простая рекомендация. Трюх, и эта жидкость тюк, все ниже, и вы пошли в туалет. То есть вам нужны инерционные усилия, которые возникают от ходьбы. На голоде вот в таком надо ходить. Хоть немного ходить, 20 минут, там, 40 минут. Желательно раза 2, а то 3 в день. Раз такие вот. И ничего вас с ума сводить не будет. Все остальное, отсутствие сил, в результате чего после 7-го дня
уже не выходила на улицы. Ну вот и все. Не выходила на улицу, она там и стоит и булькает. Нам надо, чтобы все тут перемешивалось. Поэтому нам надо ходьба. Ходьба это король оздоровления. Король оздоровления. Легкая, обычная ходьба. Ничего там не надо придумать. Хотя так можно сказать, вообще-то голод считается королем оздоровления. Он как даст, так и даст. Но к нему ж надо другие вещи подсоединять, такие как ходьбу, клизмы, души, образно-волевые настрои, чтобы все это у вас работало в одной связке. И боли в носоглотке было вполне терпимо. И боли в носоглотке. А носоглотку промывать. И носоглотку, носоглотку лучше всего уриной промывать. Вот это та родственная организму жидкость, которая промывает, не раздражая. И при этом она быстренько вот снимает вот эти типа отечности, типа раздражения, типа боли. Как-то вот это вот приводит. Ну не хотите, если вы брезгливые, ну ладно, вот так тогда и будет. Вы же будьте, как говорится, мудрые, как змеи. Делайте то, что вам помогает. И помогайте своему организму, а не то, что «О, это я не буду делать». Ну и не будьте терпили. Так, клизма с упаленной уриной я сделала штуки три. Сочла, что в них нет необходимости в этот раз. А вот теплую ванну и обтирание упаленной урины делала каждый день, кроме последних двух. А вот это молодец. Теплая ванна и обтирание. Но это не заменит вам ходьбы. Понимаете? Трух-трух-трух. И просто обтерлись. Трух-трух-трух на то, чтобы булька не выходила вода. А вот это ванна и обтирание урины, а это вот энергетику дает. Лучше голодание идет. Капала в носоглотку, но нерегулярно, сильно жгло слизистую. Ну, вначале, да, будет там. Можно ее разбавить, эту неупаренную урину. Упаренной не надо. Вот это вот как... Вы не понимаете, думаете, упарена тут. Вот она и сушит слизистую, и вызывает свежую. Свежую. Вот свежая будет залечивать. А упарена, та совсем другими свойствами обладает. Я об этом писал в своей уникальной книге «Из сосуда своего». Итог был таков, что в последние несколько дней голода клизмы соли стали выходить сильными спазмами, рвотой. Вода желчи и в полуоборочном состоянии. Думаю, давление падало. Ночью накануне 18 дня стало сущим адом. Было ощущение, что желудок спекся, его клещами вытягивали наружу. Но сколько теперь, смотрите, вот сколько слизи выходило, сколько это все отдиралось. Организм отдавал действительно последние силы на то, чтобы хоть как-то избавиться от этой вот, слизи, от этой черноты, от этой вот пакости, гадости, мерзости, которая вас разрушала, ваш организм. Вспоминается Данте с его божественной комедией, чувствовал себя грешником, помещенным в один из кругов. Угу. Утром, взглянув на себя в зеркало, увидела перекошенное лицо, клизма вышла с теми же спазмами и не очень четко поняла, что со мной происходит, и решила, что голод все-таки протекает нормально, и прервала его. А, ненормально. И прервала его. Но что сейчас в данном случае сделать? В данном случае надо использовать противопаразитарку. То есть восстановитесь там недельки две. И дальше потихонечку начинайте добавлять вот эти все травки. И следить за дозировкой. Потому что действительно слишком много, допустим, соли и прочего могут привести к обезвоживанию, к спазмам организма. Вот тут, знаете, вот это надо очень четко регулировать и дозировочкой играться. И тогда все будет более-менее нормально. Но, естественно, не запускать себя. Ну, смотрите, ну, вот, видите, что тут имеется, что тут выходит. Этим все сказано.
Хотите это оставить у себя? Пожалуйста, оставляйте. Лечитесь там, да, вот эти, антибиотиками, там, антигерпесом. Это вся дрянь, как была, так она еще куда-нибудь разбежалась. И еще она злее стала. И есть организм. Так, никаких очистительных процессов на голоде не протекало. Очистительных процессов. А вот это что? А вот это вот слизь, это что у вас? Не очистительный процесс? Это что? Позвольте. Да это самое основное. Самое основное, что дал вам голод. Он дал вам надежду на жизнь. Он дал вам какую-то передышку от этой слизи. Раньше минимально хотя бы песочек с мочой шел. А результат голода стал нулевым. Все осталось как прежде. А вот эта слизь что вышла? Это что, нуль или не нуль? Значит, там ее еще достаточное количество. Настолько все там прошло этой слизью. Предстоит длительная работа над собой с приемом вот этих всех противопаразитарных трав. Из положительного сделал для себя небольшое открытие: соки ягод, разбавленные водой, но тем не менее высокая концентрация, хорошо утоляют повышенную потребность в пище в первый месяц после голодания, и не переедаешь, и чувство голода уходит. Противопаразитарочку уже пора. Извиняюсь, что высылаю фото того, что выходило после клизм. Правильно сделали, чтобы все видели и понимали, что там было. Так вы бы написали, и ничего не ясно, почему болело, почему спазмировалось, что там такое. Что это там-то такое? А теперь же ясно. Вот она, слизь. Для дальнейших действий мне необходимо понимание вопроса, действительно ли пищеварение не отключилось. Это я уже объяснил. Это вас сосала вот эта вот бурая масса вот этой вот патологической слизи. И как в таких случаях действовать, прерывать голод? Перед голодом надо вот как раз вот эту большущий курс противопаразитарки пройти. Чуть ли не полгода. И могли ли клизмы с посоленной водой спровоцировать пищеварительный процесс, если он имел место быть? Нет. Но это мое мнение. Так, сейчас приступила к курсу приема березового дегтя с яблочным соком. Он рассчитан на месяц. Хорошо. Давайте. После этого в планах желчегонный сбор с противопаразитарным действием. Но больше противопаразитарного действия. И обязательно ходить. Вот когда человек не ходит, вот это вся у него желудочно-кишечный тракт на опорожнении не работает. А затем попробую голод, видимо, уже осенью. Письмо получилось объемное, буду признательна, если ответите. Ответил я. Значит, голод. Погодите делать, а хорошенько как? Вот я там рассказывал, что там, полоскать керосином, миндалины, использовать в носоглотку, значит, табачок нюхательный, внутрь тмин и вот эти вот травы побуривай. И опять-таки с дозировкой, только не переборщите. Большая дозировка, пересушите организм, опять какая-нибудь ерунда будет. А вот так вот, знаете, вот, чтобы оно-то травило, а вас как-то особо не цепляло. Ну и контрастные души, прогулки, бодрый настрой, вера в себя. Я думаю, это все сработает. Так что пишите месяца через два, что там у вас получается. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала «Контакт».